готовиться к своим упражнениям. Помолимся за нашу звезду. Ну давай, Валочка, есть шанс, есть хороший шанс здесь себя проявить. Пожелаем удачи. Прелесть. Просто это просто фантастика. Аж мурашки-ка, скажи. У меня я вся в мурашках сижу, потому что, конечно, Дон Кихот вообще выигрышная, конечно, тема, но так ее, так обыграть с нарастанием темпа, еще здорово. Конечно. Очень музыку смонтировали, самые-самые красивые нюансы. Яркие, самые яркие моменты музыкальные этого балета. Прям как в Большом театре побывали. С ума сойти, как это с лентой все отлично, да, в объеме, в таком прям спектакле сочеталось потрясающе. Ну, я не знаю, сейчас прям... Если сейчас не поставят... Обязаны просто. Да, ну, конечно. Нет, ну, тут я не знаю. Здесь все было сделано просто на высочайшем уровне. Вот это начало прям, да, прям... Просто вот я вам клянусь, у меня от начала до конца я не дышала. У меня выступили слезы на глаза. Я не могла справиться со своими эмоциями. Я боялась, что я сейчас просто расплачусь в эфире, и все. И главное, вот она не побоялась, шикарно, да, и вот с тренерами сделать вот этот, да, нарастающий темп. Конечно, на самом важном моменте в конце программ, когда и так уже тяжело, и вот эти еще здесь ловли были. Боже мой, как здорово она все это красиво сделала, справилась. Феноменально. Я считаю, феноменальная программа, сама Лала. И просто восхитительно. 24 500. Здорово. Это очень здорово. Я счастлива. Это хорошая, очень хорошая заявка для ленты, на победу в этом.